Привет, друзья, сегодня продолжаем играть в игру Farming Simulator 2015 на карте Средняя полоса России. Итак, вот я докультивирую, уже удобрил поле и вот засаживаю его канолой. Так, чё, погнали? Ой, куда мы? Поехали. Потом поедем на 14-е поле тоже его культивировать, а потом удобрять. Так. Все нормально, отлично. Работы идут. Что здесь? Так, здесь не остается ничего. Культиватор широкий, хорошо. Так. Ну, в принципе, он не быстро и садит. Ну, в принципе, нормально. Потому что трактор старенький, лошадиных сил, понимаете. Сами понимаете, мало. Давайте-ка вот так. Ой, блин, пропустили. Ну ладно. Сейчас вот так сделаем. Пропустили. Так. Все. Отлично. Погнали. Так, еще одна ходка и все. И пускай он садит, а мы что мы будем делать, я не знаю, поедем на то поле. Ну или да, поедем на 14-е поле культивировать. Дымит этот трактор все-таки, да, ребята? Так. Двери пускай открыты будут. Жарко все-таки. Вот так. Все, поехали. Потом мы собираем денег, то купим еще один трактор, ну, мощнее. Или мы собираем 60 тысяч на то поле, ну, что мы смотрели. Возле 8-го. Напротив его. Трава зеленая, да, цветочки такие желтенькие с беленькими, да. Так, ну все, вот собственно последняя ходка и все. Погнали. Почему он так дымит, я не понимаю. Ну, при...
принципе, будем работать, ребята, на той технике, какая есть. Так, ребята, я вам скажу, что канолу мы засеиваем потом не потому, что... Ну, короче, эта сеявка не садит кукурузу, вот. Да я... Она всего лишь садит пшеница, ячмень и... Пшеница, ячмень, канола и трава. Я скачаю мод еще на... Или не... Мультифрукт. Да, мультифрукт. Или... Чуи. Или куплю новую. Сейчас посмотрим. Вот. Вот. Вот эту купим. Кукуруза. Свекла. Ведь здесь ничего. Здесь тоже это сеют. Пшеница, ячмень, канола, трава. То же самое, да? Так, это картошка. Ну, купим, собственно, вот эту. Да? А если из дефолтных сеялка... О, во! За 15 тысяч садит все. Пшеница, канола, ячмень, трава, кукуруза, свекла. Так, это для картошки две. Так, это кукуруза, свекла. Так, пшеница, ячмень, канола, трава. То же самое. Так, ну это уже добавили из обновления. Так, лаковые жатки. Вот машину вот эту добавили, была вот, вот эту только нам. Так, ладно. Ладно, мармеладно. Погнали. На 14-е поле. Так, сколько он уже здесь? Вот уже нормально, быстро тоже, да, быстро сеет. Да ёлки-палки, ох, на дубы стали. Так, погнали. Так, ребята, вот, собственно, я приехал. Так, сейчас будем, так, раскладываемся. Будем в ту сторону культивировать. Так, опускаем. Погнали. Все, вот, культивируется. Отлично. Да, но это, конечно, большеватое поле. Ну, оно немножко большеватое за второе поле. Ну, хорошо. Так, а что ты стал? Все, что ли? Так быстро. Давайте пройдемся. Ладно, хорошо. Что-то как-то ты быстро засеял все. Быстрее, однако, трактор, да? Так, заводим. Так, все. Поехали. На бригаду. Так. Чтобы не зацепиться ни за что здесь.
машину. Простим. Проехали. Все. Погнали. Да заколебала ты уже, блин, заноситься. Так, лампочки здесь не работают, да? Так. Потом, так, зимой купим трактор, ну, чтобы к нему он цеплялся, и тогда будет уже легче. И солому нагружать, и навоз, и все. Так, аккуратно. Так, нужно будет этот прицеп с именами поставить на место. Куда-нибудь. Так. Ставим аккуратно. Главное прямо сейчас поставить. Так. Нацепляем. Все, погнали тебя на место ставить. Работает, Алексеевич, да? Работает. Так. Ну ладно, пускай работает. Так. Потом еще за кадром докультивирую. Так. Заводим. Ух, проперделась-то когда. Так, аккуратненько. Погнали. Так, все. Даже птичек нету, да, не летают. Почему там окна? Пропустили поворот. Вот эти палки. Да все же. Так, аккуратно же. Ну, видите, как колбасит. Улетает аж. Ёлки-палки, где-то... Вот это скорость, а! Хорошо, что люди через... Ну, через машину какой-то хаматин было. Ёлки-палки. Все, глушим. Так, чё ж ты когтишь?
петушок. Так, а кур яйца, интересно, есть? Яйца ноль. Потому что воды нету и пшеницы, ну ладно. Потом, если что, завезем. Так, работаешь? Ну, работай. Так, она... Ну что, ребята, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Кэт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, пишите комменты. Это была игра Farming Simulator 2015. Карта средняя полоса России. Всем пока-пока. До новых встреч.